Несколько месяцев назад эта неприметная разделительная полоса на Южном шоссе превратилась в цветущую клумбу. Но, к сожалению, в скором времени ее постигла первая неудача. Неизвестные выкопали несколько декоративных туй на этой клумбе. И вот теперь, да после того, как уже лег снег, снова несчастье, но уже от новых вандалов. Недобросовестные предприниматели хотят вернуть сюда незаконные рекламные щиты и уже начали подготавливать почву. В нашу редакцию попали фотографии, на которых рабочие готовятся к установке щитов. Посреди бела дня машина выгрузила первый фундамент для незаконных рекламных конструкций. Их на Южном шоссе убрали еще летом. Тогда щиты полностью разобрали и отправили на металлолом. И сразу начали приводить территорию в порядок. Специально для этого участка разработали дизайн-проект. Высадили 5000 деревьев и кустарников. Они залили бетоном. Сюда поставить стол. И щит попадет как раз вот на эти вот ясеня. Рабочие не сильно озаботились выбором места для щита. Землю выкапывали вместе с кустарниками и семенами газонной травы. Агроном Мария Кушаева сокрушается. После всех неприятностей с кражей растений теперь новое бедствие. Мне очень хотелось, чтобы быстрее выпал снег, чтобы все растения ушли в спячку, чтобы это все как следует перезимовало. И вот совершать вот такое вот кощунство, здесь вот прекрасная композиция у нас из ясени, подбитыми дерны белыми, и поставить и выкопать прям недалеко от растений. Нарушили не только геометрию клумб и целостность почвы, но и систему автоматического полива. А значит, весной вместо того, чтобы сразу включить полив, сначала придется восстанавливать трубы. Конечно, мы обратимся в полицию, но, опять же, нам всем вместе нужно беречь то, что мы создаем своими руками на благо жителей, потому что такую красоту портить нельзя, тем более данное сооружение незаконно с самого начала. Обо всех незаконных действиях в этом месте горожан просят сообщать в предприятие «Самараводоканал». На его средства и привели в порядок разделительную полосу на Южном шоссе. Валерия Макарова, Станислав Левин, «События».